Всем здрасте, озеро Яровое. Какое сегодня, Сергей, марта-то? 13 марта, вот такие тут дороги, в общем. 13 марта. Народ рыбу ловит, наверное, или не ловит. Мы пошли тоже заходить. Плюсовая температура. Вчера лебедь прилетел 12 марта у нас. Правильно, собираемся. Время. А что-то время у меня не показывает. Так, ты сколько себе будешь? Зашли мы, в общем, с Сергеем в самые дальние, ну вот соседи по уровню, поближе. Остальные вон так вот все позади. Лед вот такой толщины. Так, ладно. Чаюсь пока. А то не заснять весь супер клёв будет. Вдруг закрытие сезона, просто решил включиться. Да, Сергей? Ну, Сергей, он рыба, короче, клюет. Я тоже одного поймал, карасика. Сейчас бросил волшебной прикормки. У меня есть вонючая малинка, короче. Есть вонючий, еще даже, я бы сказал, сильнее, вонючий опарыш. Че, клюет, ага, у тебя? Ага. Опять здоровенный, наверное, нет? Поймай, отпусти, у нас давно программа не работает. Как нормы лова ввели, так у нас программа не работает. Да. Как-то вот так вот тут. Ладно, я сейчас тоже буду ловить, наверное. А, у него вон там хитрая прикормка какая-то в майонезном ведре. Лебедь на озере орёт. Все, он, наверное, ко мне сейчас весь поплывет. Она до дна поди уже утонула. Балкой тогда я завяжу полностью и окончательно. Веревкой привязать. А? Не надо каркать. У Сергея, короче, вон сколько уже рыбы. Не вижу, у меня кранчик отвернутый. Ага, во. Че, клюет у тебя? Да пока вроде сдихло маленько. Он занялся промысловой, в общем, рыбалкой. Ему лишь бы наловить. А я спортивный, я поэтому всего поймал 2 штук. Сейчас я ловлю, короче, вот на такого резинового гарбунца. Ну и малинка на всю жизнь уже, 3-й год, еще полбаночки. Так ее на всю жизнь не хватит, как мне продавец сказал. Говорит, малинка на всю жизнь. Так что как-то вот так вот. Да мне его туда не ставить, в ту удочку. Он то ли впаянный туда был, то ли как. А это у тебя специально короткий сделан на монетку? Нет, это тоже сломалось на этой. Я 2 удочки иначе сломал. Это, короче, сейчас будет кокосовая вкуснятина. Секрет я вам никому не расскажу, но провоняла она, короче, этой. Кем она провоняла? Порченным опарышем и малинкой. А этот там мелюзгу свою таскает. Нас такая не интересует рыба. Так, все, я накормил, можно ложиться, теперь на 2 часа спать. У меня высококалорийная это тона. Манка с клетчаткой с какой-то там была. Это один ингредиент. Остальные там еще много. Еще. 1, 2. Еще 3 как минимум.
Это опять тащит и тащит, тащит и тащит. Самый ядовой. Жарил вообще классно. Ни костей, ничего нет. Не, я ел тут в первой рыбалке родителям. У нас его жарили. Вот к отцу на день рождения ходили. Ага, вкусный, так не что пойдет. Он без ни костей, а крупный, он с костлявый. Завтра рыбу буду коптить, карася буду. Крупный покрупнее, который был. Прямое включение, короче, Серега поймал карася этого, карась шар какой-то, карась глобус у него, как мы его будем называть. Куча бесплатных червей в нем белых. Можно, конечно, нет, противный, короче, я не буду его трогать. Наловил вкуснятины. Нынче первый у тебя такой, да? Да. Вообще ловил, сука, нет, не было никогда. Я прошлый год такого поймал, только он был чуть поменьше того размером. И тоже такой толстенный. Дома так вылезло. Такое чувство, что его там через... Там еще некоторое время бы они сами разорвали. Угу. Вот такая рыба, в общем. Перекормили ее, похоже, чем-то. Или руки не мыло, когда ела. Все, весь аппетит мне испортил сразу. Теперь карася этого есть не захочу. Серега у тебя клюет? Клюет, ну, бля, что-то это... Как-то тяжело. Здесь рыбы нет, мне кажется. Да есть. Надо идти ловить. Надо уметь ее ловить, Мишань. Я так просто тебе компанию приехал составить. Думаю, ну, никто с Серегой не едет уже, все. Ну... Клюет у тебя, да? Ну, сдал. Я просто лебедей приехал послушать. То ли одни и те же все это орут, то ли разные летают. Это карась, да, у тебя? Поймал уже, наверное, штук 15. Куда ему их столько, так и домой скоро ехать придется. Я-то удовольствие растягиваю на полночи. Там потом норму поймаю опять, как обычно, и все. Че, опять клюет, что ли? Дуром у него все прет и прет точно. Трезвишь. Вот такая рыбалка, в общем, у Сереги. Ох, ничего у него. А, не, нормально, казалось. Мордочка разбита. И вторая опять у него удочка шевелится вроде. А у меня рыбы нет. Серега, кого ты поймал, Серега? Карасика. Ничего себе карась, да, у тебя какой? Угу. Озеро Яровое. Ночная рыбалка. 13 марта, да? Горбунец. Борька, горбунец, езжай, да, на Яровое. Вот. Второй такой же. Куда ему их таких? Вот. Вот рыба. Здесь рыбы нету. Сейчас буду отчет писать.
в группу в рыболовную, что здесь рыбы нету, некого тут делать. Не клюет. Кажется, у меня объектив запотевает. Серегина рыба выделяет тепло, похоже. Что, Серега, у тебя клюет еще, нет? Пока еще нет. Ну, пока. Блин, время опять не знаю, что-то натыкало, у меня не кажется теперь камера время. 20 с чем-то. 21.11 время, если слышно, не слышно, не знаю. Ага, у меня все мокрое, вон по палатке-то. Вода, короче, дождь на улице. Нафиг мы сюда приехали, Сергей. Как за рыбой. За рыбкой? За рыбой этот, который приехал, уже вон сколько нафигал. Я, как обычно, как и на охоте, спортивный лов у меня. Спортивная охота, поэтому у меня результаты скромные. Главное, процесс. О, видел, она окончила жизнь самоубийством на крючке. Оказывается, это просто не хочет она на всю жизнь, которая кушает. Вон оно что. Так бы, куда бы я сейчас столько рыбы девал? А ну, вон оно что. Оказывается, было. Блин, такого попробовать. Блин, еще. Вонючего. Парыши тогда одеть. Ну, тем маленький. Подойди. Что, камера не включилась? Сумочка промокла, мышка. А? Сумочка промокла. Сумка где-то есть. В общем, на улице ливень, ага. Ну, как обещал, энергоцентр. Снять фрагмент рыбалки и выключаться. Ураган, ураган. Сереге рыба дуром прет, где идут, и клюет, поклевывает. Волшебная, волшебная баночка моя. Вся надежда была на нее. Не, что она не сыпется у меня? Это просто провоняло все этой малинкой. Это все Сережка виноват. Чего? Ну, вовремя не поехал на рыбалку. Когда надо было ехать. Я без рыбы. Она просто вот так вот вся плывет от всех соседей ко мне и не доплывает.
ветер. Что ты гоняешь, что выключишь? Не видал он дома свете, да? А? Не видал ли ты на свете, да? Угу. Царевый молодой. Я жених ей, да? Ох! Вон Серегина, короче, рыба. Сейчас я его сниму и спрячу камеру. Открыть. Сейчас, погоди. Ну давай, открой. Погляди. Твои вещи. Особо, но нет, так-то есть вообще. Соседи эти сидят. Ох, ладно. Прячемся, прячемся. Подожди. Время 00:25. Вот, в общем, сколько я в итоге со своей спортивной ловли взял. Ох, и вон там у Сергея. Здорового карася надергал. Всякого разного. Норма, норма, да? Норма, ну. Больше нормы мы не берем. Тут понятно. Теперь, да. Теперь. Да. Вот такое освещение. Диодная лента. Да. Аккумулятор. Это он 12, да, у тебя вольтовый? Да, 12 вольтовый. Там... 7 вроде ампер. Все запотевает. Ветер на улице, ветер. Сейчас будем складываться и домой. Даже ты штук не считал, сколько поймал? Не считал, что-то я. Неохота была.